Мне показался довольно интересный вот этот кабель, и думаю, он вам будет интересен, так как заявляют китайцы, что он имеет функцию 3 в 1. На коробке у нас обозначения идут for IP, то есть для iPhone имеется micro USB и Type-C. Длина его 120 см. Материал, из которого он выполнен, написано, что нейлон. Написано, что эффективная зарядка. Так, имеются разнообразные цвета, вот синий, красный, черный. Я взял синенький. Ну, не знаю, мне нравятся такие синенькие цвета. Так, ладненько, давайте распакуем, посмотрим на сам кабель. Китайцы акцентируют на том, что у вас ни в коем случае не переломится кабель, как на айфоновских проводах, к примеру, да? Там идет просто штекер, и вот этой части нету. А здесь типа удлинена, и он у вас не обломится под самый корень. Ну, понятно, что он под корень не обломится, но он же может здесь обломиться. Ну, не знаю, китайцы уверяют, что никогда этого не произойдет за счет того, что здесь нейлоновая обшивка, здесь... Видите, такая тканевая оплетка. Кстати, эта часть у нас синенькая, металлическая, а черная у нас пластиковая. Далее идет у нас, где соединяются все кабеля. Также идет алюминий и пластиковые заглушки. Ну, собственно, и отходят вот у нас три кабеля. Идет у нас Lightning для iPhone и идет Type-C кабель. К сожалению, Type-C проверить не сможем, так как у меня нет устройств, подключаемых такими кабелями, но мы сможем проверить Lightning и microUSB. Давайте к этому и приступим. Вставляем кабель зарядного устройства и берем microUSB и Lightning. Вставляем Lightning. Зарядка происходит. И берем microUSB. Также идет зарядочка. То есть провод работает, все отлично. И плюс еще кабель Type-C, то есть если у вас есть какие-либо устройства с таким подключением, то вы можете брать смело, у вас будет универсальный провод. Один провод, заменяющий три кабеля. Продавец, можно сказать, проверенный. Если вам такой кабель понравился, можете заказывать. Все пришло, все работает, все отлично.